Welcome back to Metro Exodus. In the last episode, we arrived at the Yamantau bunker, and we were just entering it, and that's where we pick off now. So let's go meet the government, which is probably just a bunch of bandits trying to lure us in. Ты хоть речь-то подготовил? А то как заклинит тебя? Это же сам министр. Тьфу на тебя! Ночь не спал. Вот видишь, ничего Артему сказать не хочешь? Да, ты был прав, Артем. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался. It's not the only thing you were wrong about. Ну, с Богом. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Ха-ха-ха, хорошо. Давно не было. Кто вы? Где я? Что с остальными? Все идет по плану. Все целы. Пока. They're cannibals, aren't they? Я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. Yep. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Какой к черту ужин? Ты что, издеваешься, гад? That would be the, this must be the bandit group that we heard about in some documents or tapes. The ones that want people alive. I guess they want them alive. I was thinking just as, you know, prisoners and God knows what else they would do with them, but I think it's just for eating. I forgot their name. Соткнись, доктор говорит. Где правительство, гнида? Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь? Вы же просто людоеды гребаные. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты твои руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу, плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Ах ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовете к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Увы. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек.
Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте! Я ведь тебя с того света достану! Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока... Разрешите откланяться. Да я вас зубами рвать буду! Всех вас под корень, до войны еще надо было! Но я сейчас вас... So how am I gonna get out of this one, huh? Теперь... Got some backup. Покушаем. Держи. Полковник, мне кажется, хватит. Всех к ногтям. Но сначала найди Аню. Yep, they went that way. Черт с ним. Идем. Запустить главный лифт. Yes, sir. Минуту продержимся. Хорошо. Ну что, уроды, сейчас? Fuck, I think I have like no ammo for this thing left. Just a tiny bit. Oh, we're ready to go? All right, let's go. Shotgun, great, I don't have a shotgun. Lots of assault rifle ammo, yes. God damn, there's a lot of them. Ну точно как наш D6. Лифт такой, экземпляр. Да, это очень кстати. Так мы Аню точно найдем. Но комплекс большой. А времени у нас, думаю, не больше 10 минут. Так что придется разделиться. Сэм, бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склад. Идиот, со мной в командный центр. Артём, на тебе казармы и медблок. I don't even know if you can hit them. All right, here we go. I'm going. What do you mean, come on? Definitely, there's lots of ammo. Oh, hey, let's stop to read a book. Diary page 1. Sorry, Anna, I'll be there in a minute. I got some reading to do. I just lucked out. Missing the construction milestone was the best thing ever, after all. To think I was so upset about that stupid bonus. What does a pile of ash need bonus for? Now I have it made. The government didn't arrive after all. So all the complex is ours, with all of its stores.
The bunker was supposed to save a whole town, and there's just a couple of thousand of us. The only problem is in the babe department? That's a weird way to put it. We'll just have to wait till the radiation's dissipated and calmly walk down the mountain, or rather, crawl up from under it. Some fucking luck, the government didn't arrive for a reason after all. Thing is, somebody did a better number on food reserve budget than on the construction one. We did manage to build the thing, even if late, but the stores are empty. Sure thing, all quartermasters are crooks, and they had it coming, but the bastards were telling the truth after all. The shelves are empty. Well, there's some seeds and pasta, but that shit won't last us even a year. So they're all the construction crew, they were still here constructing it when the bombs went off. Government never came, they just stayed here, there was no food. And then they just started eating people. What's going on? Ah, there we go. There's gonna be a lot of body parts everywhere, huh? Oh yeah. Oh, canned organs and shit. For a second I thought their head fell off, but no, they're just... it's just at a very weird angle. I feel like I should rush through because I'm like trying to save Anna, right? But like, I need supplies. So, like, I kinda gotta take my time. I had my shotgun with me. Okay, maybe every second really does count. Let's just go. Oh, you know what? I should see if I can make some medkits. I have zero. Okay, just one. If I could find a shotgun, that would be incredible. Hold on, what's over here?
like a little shooting range. Is that it? That one thing? A little bit of ammo. Okay. That didn't seem worth it. Yeah, let's not die in that steam. Go down in one hit, real easy. Trying to be pretty quick while also getting some stuff, because God knows I need it. Totally out of ammo. That went fast. Thought I would. Hey, speaking of, grenades would be real good for that group. Let's go with concussive. Ooh, shotgun. Yes. Damn, kind of made a fire anyway, huh? Oh, Jesus. What the hell? What just happened? Took the hell away from that thing. Does it just catch on fire and I was just caught in it? No? Why did I catch on fire? Oh, you have a Molotov, don't you, you little shit? Oh, holy shit. Holy shit!
How are you still alive? Oh my god. Okay, let's throw everything at him. Seem to have a minigun of some sort. Oh. Fucking burn. Oh, finally. This might be a good time to make some med packs if I can. Oh yeah, I got plenty of stuff now. Actually, it might be a good time to make some more explosives because I just kind of used them all. Oh, I can't craft those explosives if I'm not on a workbench. Just the knives and cans. Okay. Can I get your gun? Oh my god, I can. What should I replace? I guess this thing? Damn, this thing's good. Not good for long range, though. Gotta wait till they get pretty close. Gross, gross, gross. Gross, gross, gross. Let's read a diary. Officer's Diary 1. It's been a month already since we became rats in a hole here, and what do we have to show for that? We don't even know if anyone's still alive out there. All the antennas were destroyed, and the radiation levels are so high there's no way to fix them. Though, even if the antennas were okay, would anyone have any reason to contact us? The bigwigs never arrived, after all. Looks like the construction workers are right, though. We'd better get ourselves comfortable here, as we're in for a long run. Those idiots with that council of theirs. I could forgive the workers if they came up with bullshit like that, but why would the officers want to play those games? Just to be able to push the blame onto the government decree when they cut the rations again? How is that supposed to help? If there simply are no food reserves, no matter what. Lunacy. The doctor's right. We, the radio technicians, are here for a reason. We will not just save our comrades, we will also help thousands of survivors outside. The only thing we need to do is fix the antennas, let the real government know we're alive. They'll send us food shipments, and then the ARC project will provide a shelter from radiation for all survivors. And what could be more important now? Anna? Артём, я знала! Сзади! Вечно найдется такой герой! Никого ты не спасешь, как и остальные! А ну, всё, не дергайся. Только не убивайте. Отпусти его. Помните, я говорил, был такой эксперимент. Заткнись. Артём, ты цел? Слава богу.
She looks mostly okay. Идем, доложим полковнику. I wonder if time really does matter. Like, maybe she's more beat up if you take longer. I was pretty fast. I was slow at the beginning, but then I really sped up. Папа, это я. Ваня, ты жива? Где ты? В медблоке Артём меня нашел. Слава богу. Молодец, Артём. Куда я тебе? Там как раз лифт прямо по коридору. Поднимайтесь к нам, командный центр. Идем. Только не спеши. Мне надо отдышаться немного. Let me go first. Officer's Diary 2. Nothing can be done. They have 5 days at most. At least Doc says he can at least give them something for the pain. Who could have known they'd go up there to fix the antennas? Boys should have told me, should have at least worn the suits. It's up. I just sent the first message. Made it. The boys are still alive. Alyosha even smiled when I told him. At least now they'll know they didn't die in vain. Wait, hold on, Alyosha, isn't that one of ours? So I get the radio online and they remove me immediately. I can't even get any news, they say it's all secret. Put guards at the door too, the bastards. And they struck me from the special rations distribution list. Way to reward honest effort. This is terrible. How did the others survive all this time? It's only been 2 weeks and already I can't think of anything but food. The others had been getting the same ration for months. 2 more weeks, legs are getting swollen. The workers told me I drink too much. I've no energy to move, even writing feels like hard work now. Apathy. At least the hunger's a bit blunted now. They're here. They heard us and came. Yes, they're just refugees, but they're here. Soon we'll get the supplies. It's not too late yet. Everything will be fine now. Of course, the refugees are quarantined for now, but soon I'll be able to ask them about everything. I hear the quarantine will last longer than we thought. They brought some bug with them. They also brought rations, though. We've been given meat broth for now. We couldn't stomach anything heavier anyways. What a great feeling, though. Whole body feels warm. And the taste, unforgettable. Ooh. I don't get this. A second group of refugees, they also brought supplies, but it's just meat, no grains or anything. And they're all quarantined, too. Well, the last group has been there for over a month now. We haven't been told a thing about the situation in the country or the government. Why? I must have a frank conversation with Doc. He'll oblige for the old friendship's sake. Oh wow, so a lot of people were fed human meat without even knowing. They were told refugees came in, they were quarantined, they brought supplies. They never saw them, and what they were actually doing is cutting them up and serving them to all the people. Вот это называется приехали. Я уже думала, вряд ли найдем чего похуже, чем на Волге было. Силанти этот полоумный с фанатиками своими. Но нет. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. Вот же мразь какая. Поразительно просто. И ведь, похоже, правда, врач был. Ну ничего. Посмотрим еще. Его-то мы точно пережили, так что... Тебе не простил. Я в порядке. Да кто же мог знать? Кто знал, что тут твари эти? 20 лет людей жрали. Ты понимаешь? А, простите.
Я, как лейтёха сопливый, повелся. Сам министр обороны меня примет. Тщеславие весь мир перебил. Еще честь им отдавал. Ковчег, блять, придумали. Похлеще наших наблюдателей в Москве устроились. Только те со своим щитом людей под землей держат, а эти... Ладно, ну дальше-то что делать будем? Хрен его знает, Аня. Не знаю. Сергей, что у тебя? Нашел? Вся информация устарела. Комплексы ПВО, штабы. Связи давно нет. Но те, что светятся, минимум пару лет после войны работают. А внизу это что? Каспий-1, центр связи. Еще в Новосибирске такой же отмечен. Опять в какой-то бункер нас потащишь? Этого не хватило? Не знаю, Аня. Решать надо всем вместе. Понимаешь? Вы бы поторопились, тут жарковато стало. Идиот, все нужное забрал? Мы уходим. Секунду. Сейчас доломаем все. В темпе, в темпе. Все готово. Зря ты такая. Я понимаю, конечно, что тут все чуть не кончится. Но обошлось ли? Именно что обошлось. Anna's cough is definitely getting worse. В следующий раз не обойдется. Это, конечно, да. Но ты что, все наложил лично? В том-то и дело, что нет. Но хотелось бы все, что осталось провести. Вот, снимите. Понял? Уж больно я к нему привязалась. Officer's Diary 3. Unbelievable, hideous, inconceivable monsters. This is why nobody's been released from their quarantine. And the fucker has the gall to offer me, an officer, to join the ranks again? So first they throw me out, and now want me back. And they're not afraid, not in the slightest. This means everything's over up there. I don't even need to check the radio. There is no government, no law, no country. Still, does that give them the right to butcher and eat people? Didn't take much for them to become ghouls. Well, just you wait. I'll teach you fear again. I still have my gun, luckily. Just you wait. I'll show you the solution to the supplies problem, you hellspawn. God, this thing is absolutely unusable at this range. Shit. I can't hit anything, and I'm certainly not gonna hit anything with a shotgun. It's all up to you. I'm gonna hide. Wait, I have my steel balls. Oh. So many of them. Huh. They're totally invulnerable to fire. С Ганзой, что Москва в подчинении уставки, что оккупация, что по законам военного времени, что в Москве полковники, а тут генералы. Как салага поверил! Сука!
Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может, все же вернуться в Москву. Рассказать им правду про войну, про правительство. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечем. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артём еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так может, пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться? Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники! Что спутники? Свалить с этой грёбаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что, если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А во-вторых, есть идеи получше. У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артём, поехали искать твое идеальное место. Труби отъезд. Три месяца в пути, три месяца испытаний. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспий-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем, наконец, спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Артём, машина! Gotta tell the Baron, says Thug. Great. Тормознулись около дома с антеннами. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить. А топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Принято. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Так точно. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя.
Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Ну, она, может, и потянет, не быстро только, но и недалеко. Мотор ли этакого веса слабоват, да и соляры столько взять негде. Да, была бы солярка, Аврора и сама бы справилась. А, это как? Так она многотопливная. Есть и колосники под уголь, и обмуровка свода с форсунками, поджидкое горючее. А чего ты раньше не говорил? Так вы раньше не спрашивали. Система подачи в рабочем состоянии? Надо смотреть. Вот с крестом и посмотрите. Мы самое ясно посмотрим, да только соляра от того у нас не заведется. Судя по тому, как местные лихо разъезжают на машинах, достать дизельное топливо тут будет проще, чем уголь. А с водой как быть? Без нее никуда, а баки пустые. Давайте решать вопросы в порядке поступления. Never thought I'd see heat and dryness in like desert in a Metro game. Где же он прячется? I'm just in awe with how different everything looks. Yeah, they made everything look all dusty and dry instead of covered in snow. And it must have been a while since the last time, you know, we were back at the bunker. Must have taken us quite a bit of time to get here. And Anna seems okay? She wasn't coughing at all. I don't know, there's gotta be something to the cough, right? But it seemed like it was getting really bad back at the bunker. And now she seemed fine. So maybe it's nothing? It's probably something. We got a whole map. Alright, well, I think this is a pretty good place to end the episode. So, I hope you've enjoyed so far. And when I return, I'm going to explore the desert, figure out who the Baron and the thugs are, and see if we can get some diesel and water.